Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно, мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 18 сентября. И начинаю я с напоминания о том, что юридическая компания «Консультант» ждет обращения военнослужащих и членов их семей для оказания юридической помощи в решении проблемных вопросов, связанных с прохождением службы военнослужащими и с финансовыми выплатами, причем как военнослужащим, так и членам их семей. Для того, чтобы получить бесплатную консультацию, необходимо воспользоваться ссылкой в описании к этому видео и перейти на сайт этой юридической компании. Но для этого вам понадобится установить на свой смартфон мобильное приложение, и вы на прямой связи с этой юридической компанией. Напомню, что это команда профессионалов, которые умеют разговаривать с нашими бюрократами и взорвавшимися некоторыми командирами языком или буквой закона, и ставить их на место и, соответственно, добиваться выполнения этих законных требований со стороны военнослужащих и членов их семей. Ну а мы с вами начинаем оперативную обстановку. И начинаем мы обстановку с ночи. Ночь сегодня была довольно активная. Враг использовал очень много средств воздушного нападения на нашу страну. Были и ракеты, были и шахеды. Но обо всем по порядку. Итак, российские оккупанты нанесли удар по тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59-69 из воздушного пространства оккупированной временно Херсонской области, части ее, и 52 ударными беспилотниками типа «Шахед», пуски которых фиксировались нашими радиотехническими войсками в районе Курска и в районе Ейска. Это места в Российской Федерации. К отражению этого воздушного нападения противника привлекались авиация, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы сил обороны Украины. В результате вот этого противовоздушного боя были сбиты 46 ударных беспилотников. Кроме того, из активного противодействия средств радиоэлектронной борьбы сил обороны Украины 5 беспилотников локационно потеряно. Еще один вражеский ударный беспилотник полетел обратно в Россию, вернулся. Это, кстати, может быть, я уже вам объяснял, это могут быть эти беспилотники, которые не несут боевого заряда, которые создают массовость в воздушном налете для того, чтобы максимально рассеять внимание нашей системы противовоздушной обороны. И такой вариант вполне может быть. Также в результате противодействия управляемые авиационные ракеты не достигли желаемых противникам целей. Есть повреждения сельскохозяйственной техники. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших. Противовоздушная оборона работала в нашей стране в Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой, Сумской и Полтавской областях. Всего это что касается воздушной обстановки. Кстати, надо отметить, что наша система Покрова радиоэлектронной борьбы, которую мы создаем в масштабах всей страны, дает довольно хорошие позитивные результаты. Когда вражеские беспилотники или ракеты попадают в зону действия этой системы, она еще не полностью покрывает нашу страну, еще есть, к сожалению, белые пятна. Но когда шахед или ракета попадает в зону действия системы Покрова, она сразу же падает. Она теряет ориентацию в пространстве и просто падает на землю. Иногда взрывается, иногда нет. Но падает где попало, среди чистого поля. Соответственно, на разрушении и жертв среди населения у нас не фиксируется. Так что мы боремся всеми средствами, как только можем. Кстати, Италия уточнила, что до конца этого месяца мы получим еще один комплекс системы SAMP-T. То есть наша противоракетная оборона, особенно в борьбе с баллистическими ракетами, станет немного лучше. Ну а мы опускаемся с вами на землю, на линию фронта. И что же здесь у нас? За прошедшие сутки на линии фронта произошло 194 боевых столкновения. Такое впечатление, что российское командование поднасобирало, я так скажу, по-другому не сказать, личный состав
укомплектовала первый эшелон и опять пошли из последних жил рвать ситуацию, рваться в атаку, пытаться захватить нашу территорию, то есть продавить или прорвать нашу оборону. По-другому это объяснить нельзя. Как они набирают личный состав, я вам уже рассказывал. И повысили, кстати, если раньше рекорд был Санкт-Петербург и Москва давали 2 миллиона рублей подъемных за подписание контракта, сегодня 2 миллиона подъемных уже дают практически во всех регионах Российской Федерации, то есть на периферии. А в Санкт-Петербурге и в Москве сумма подъемных увеличилась до 3 миллионов рублей. Но даже при таких условиях желающих подписать контракт очень и очень мало. Очереди в военкоматах нету, отсутствует. Итак, по уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений, населенным пунктам, находящимся непосредственной близости от рубежей обороны, один ракетный удар с применением 4 ракет, а также 72 авиационных удара, в том числе сбросил 120 корректируемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4800 обстрелов из артиллерии, из них 154 обстрела осуществлялись с помощью реактивных систем залпового огня. Пока нету данных о применении иранских вот этих баллистических ракет тактического, будем так говорить, радиуса действия, то есть 112 километров. Но мы ожидаем, что они могут в любой момент появиться либо на линии фронта, либо вдоль нашей границы и принять участие в обстреле городов. Мы очень тщательно отслеживаем этот момент появления иранских ракет на линии фронта, для того, чтобы была доказательная база, чтобы предъявить иск и Ирану в том числе. Далее, агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Харьковской, Донецкой и Запорожской областей. Видите, география немножко сузилась, возможности российской авиации не такие уже безграничные, как это казалось ранее. Тем более сейчас авиации врага приходится преодолевать расстояние, как минимум на 250 километров больше, это в одну сторону, а если в две стороны считать, то на 500 километров больше, чем они преодолевали ранее, в связи с тем, что они вывели в основную часть тактической авиации из зоны вероятного поражения ракетами типа «Атакмс». То есть Россия подготовилась. Джо Байден молодец, провел работу с Путиным, и Путин убрал авиацию из зоны поражения ракетами «Атакмс» на сегодняшний день. По данным, кстати, западных изданий, которые ссылаются на западные разведки, 90% российской авиации выведено из-под вероятного, из районов вероятного удара ракет «Атакмс». Правда, мы и разрешения не получили на эти ракеты. Так что спасибо Джо Байдену, молодец, оберегает Путина как зеницу ока вместе с его авиацией. Мы пройдемся по оперативным направлениям и разберем, что же тут происходит на линии фронта. И начинаем мы с Харьковского оперативного направления. Тут интересные события происходят. Наши войска, во-первых, тут было всего одно боевое столкновение за сутки зафиксировано, и оно было в районе населенного пункта Волчанск. Враг пытался атаковать наши позиции, но безуспешно. Я вам рассказывал, что тут ситуация с личным составом обстоит довольно тяжело, потому как не хватает этого личного состава, катастрофически уже начинает не хватать, поэтому, в принципе, атаковать-то нечем. Кстати, в результате этого мы подтянули артиллерию и выбили, точнее даже не выбили, а уничтожили, просто уничтожили тот личный состав российских войск, который находился на агрегатном заводе. Агрегатный завод зачищен нашими войсками и полностью находится под нашим контролем. Мы зашли на агрегатный завод. Все, что там было, если, может быть, кто-то и спасся теми же окольными путями, как туда пытались проникать различные группы на поддержку засевших на агрегатном заводе. Возможно, кто-то и вышел оттуда. Но теперь эта часть города Волчанск находится под контролем сил обороны Украины. Российских войск на агрегатном заводе больше нету.
И еще одно как бы событие. Но тут, наверное, надо сказать слава российской коррупции, как обычно. Привезли некачественную пищу, видно, где-то или списанная, или просроченная. И на Харьковском оперативном направлении наша разведка фиксирует массовое отравление оккупантов, находящихся на нашей территории. В Харьковской области рашистские оккупанты массово страдают желудочно-кишечными инфекциями из-за некачественной пищи, воды и отсутствия медикаментов. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группы «Харьков». В районе Глубокого российские войска проводят ограниченные перемещения личного состава для восполнения потерь на передовой. Из-за низкого качества пищи, воды среди солдат 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии зафиксировано много случаев отравлений, что повлияло на их моральное состояние. Оккупанты остро нуждаются в медикаментах, говорится в сообщении. Кстати, возможно, видите, массовое отравление, тем более танкистов, там же если ключевой член, а все три члена экипажа являются ключевыми, то есть механик, водитель, оператор, наводчик и командир танка, кто-то из них выбывает из строя, то естественно этот танк становится не боеготовым. Вот именно, может быть, это и послужило причиной, одной из причин, точнее, снижения такой боевой активности на Харьковском оперативном направлении. Ну и плюс переброска войск, снятие войск оттуда и направление в Харьковскую область, но они, правда, не входят на нашу территорию, в Белгородскую область, на границу с Харьковской, срочников, которые как бы заменяют контрактников и мобиков, которых отправляют, соответственно, на передний край. Далее у нас Купинское направление. Тут враг продолжает давить довольно сильно. 13 вражеских атак было осуществлено российскими войсками за прошедшие сутки наших позиций. Враг атаковал, опять же, практически по всей линии фронта. В районе Синьковки, Новоосиново, Кругляковки, Андреевки, Колесниковки, Петропавловки и Лозовой. Ну, враг, понятно, здесь понятны, в принципе, цели и задачи рашистских оккупантов. Они пытаются выйти на речку Оскол, вытеснить нас, пытаются рассечь нашу группировку на две части, на северную и южную. Но, кстати, мы локализовали позавчерашний прорыв рашистских войск, там войска остановлены, сейчас проводятся стабилизационные мероприятия. Еще не факт, что рашистские войска удержат те позиции, где они вчера вклинились, потому что клин довольно узкий и глубокий, несколько сотен метров вклинения в нашу оборону, и он простреливается даже из автомата насквозь, поэтому вопрос его удержания — это очень такой риторический вопрос. Посмотрим, что нам скажет команда Deep State сегодня к вечеру или завтрашнему утру. Но, тем не менее, враг, используя авиацию, продвинулся в районе Стельмаховки. Это намного южнее, чем вклинение в нашу оборону, чем вот эта кишка в районе Песчаного, которую они пробивают. А это часть южнее. Но там больше похоже на выравнивание линии фронта. И за счет применения авиации просто позиции были приведены в негодное состояние, что смысл их удержания был на тот момент потерян. Поэтому враг в районе Стельмаховки продвинулся. На остальных участках Купинского оперативного направления линия фронта изменений не претерпела. Мы не допустили потерь позиций с нашей стороны. Далее идет Лиманское направление. Тут враг атаковал 14 раз наши позиции, пытался продвинуться недалеко от Чернещины, Дружелюбовки, Макеевки, Торского и Невского. Но ни одна из попыток вражеских войск не увенчалась успехом. Наоборот, враг, понеся потери, отступил на исходные рубежи. Ну, после вот позавчерашнего действительно небольшого тактического успеха рашистских войск, как я уже и говорил, на Лиманском оперативном направлении мы провели стабилизационные мероприятия, и линия фронта, видите, уже укрепилась в своих оборонительных возможностях, и сегодня даже 14 атак противника не привели к изменению этой линии
боевого соприкосновения. Так что лиманское направление без фронт, без изменений. Сиверское направление. Ну, тут активность была вообще очень слабая. Два штурмовых действия предпринято рашистскими захватчиками. Проштурмовали они Верхнекаменское и Выемку. Ну, это как бы два таких населенных пункта, в районе которых враг проявляет наибольшую активность на этом оперативном направлении. Безуспешно. Линия фронта на Сиверском оперативном направлении даже в результате этих двух атак не претерпела изменений. Фронт стоит на месте. Краматорское направление. Тут 10 атак было предпринято противником. Опять они, видите, всплески, они идут периодически. Видимо, подсобрали личный состав. Опять пошкребли по сусекам. Во втором-третьем эшелоне нагнали народу и немного. И решили сразу же идти в атаку. Причем, глупость несусветная, потому что начинает идти в атаку опять в лоб, на Часов Яр, опять пытается перебегать, переползать, переходить канал без техники все атаки. Ну а наши войска, естественно, на правом берегу канала, их встречает наша артиллерия, все уже давно пристреляно, каждый квадратный метр, и, соответственно, эти штурмовые группы, которым удается перебраться через канал, потому что начинают бить выдвигающегося противника еще на дальних подступах. На дальних рубежах выдвижения мы начинаем огневое поражение. Сначала дронами, потом артиллерия добавляется, и в конечном итоге их добивают минометы и стрелковое вооружение, особенно тех, кто сумел перебраться на правый берег канала. Атаки, 10 атак распределились примерно в районе Часового Яра, Ступочек, Клещеевки и Белой горы. Ситуация полностью контролируется силами обороны Украины, и линия фронта на Краматорском направлении за прошедшие сутки изменений не претерпела. Торецкое оперативное направление. Здесь также враг пытается атаковать. 15 атак было в районе Щербиновки, Торецкое, Дачного и Нелиповки. Ну, немножко поменяли они географию, добавилась Щербиновка и Дачная по сравнению с предыдущими сутками. Ну, а Торецкая и Нелиповка остаются традиционными местами, где рашистское командование пытается продавить нашу оборону. Ни одна из 15 атак не увенчалась успехом. Наоборот, все 15 атак захлебнулись, и враг, понеся потери, отошел на исходные рубежи. А линия фронта на Торецком направлении остается без изменений. Далее у нас идет Покровское направление. Тут наши защитники отражали 51 штурмовое действие вражеской пехоты. Враг активнее всего действовал в районе Гродовки, Новоторецкого, Новогродовки, Николаевки, Украинской, Александрополя, Воздвиженки, Мариновки и Зеленого поля. Наибольшая концентрация была, конечно, Гродовка, Новогродовка. На этом рубеже, как я вам и говорил, они пытаются прорвать нашу оборону между населенными пунктами, там, где она, практически в чистом поле. Но мы там довольно пытаемся там сдерживать рашистские войска, но мы еще не отошли за реку и не поднялись на господствующие высоты. И у нас есть еще запас прочности в плане отхода за реку и в этом районе, на рубеже Гродовка, Новогродовка, и потом подъем на высоты и там занятие обороны, как это было в Воздвиженке. Я всегда привожу ее в пример, потому что именно там мы смогли, Новоалександровку мы не смогли удержать, она в низине находится, а вот Воздвиженку мы прекрасно за счет речки Казенный Торец, да, она там маленькая, узенькая, но это река. Это не то, что перескочить через овраг. Здесь нужна инженерная техника. А сверху господствующие высоты, на которых стоит Воздвиженка. И там наши позиции, откуда мы насыпаем противнику, как только он пытается перейти эту реку. Вот то же самое может быть на рубеже Гродовки и Новогродовки. Поэтому пока что мы в оборонительных боях стараемся максимально измотать противника. Но, к сожалению, не всегда удается отбить все атаки. 51 атака, согласитесь, это очень много. Это практически на протяжении часа осуществляется как минимум 2 атаки. Волна за волной они идут.
Поэтому враг на Покровском направлении имел частичный успех в районе Гродовки и в районе Украинского. Ну, кстати, в Украинском они пытаются обойти Селидово с юга и пытаются там продавливать нашу оборону с целью захода на Селидово с юга, потому что Селидово довольно неплохо укреплено, там наши войска заняли оборону, и на сегодняшний день рашистские оккупанты уперлись в нашу оборону. Они там несут сумасшедшие потери. Кстати, там уже даже, обратите внимание, что боевой активности особый враг не проявляет. Я имею в виду, мы не отмечаем там большого количества атакующих действий со стороны врага. Они уже поняли, что в лоб Селидова не взять, поэтому вот они пытаются пробиться. Два направления у них. Они, Новогродовка, они пытаются пробиться на Мирноград, а в Украинском они пытаются пробиться для того, чтобы зайти на Селидово с юга. Но пока что мы вытормаживаем. Ну, не скажу, что мы остановили. Нет, видите, продвижение небольшое, но есть, как я его называю, ползучее наступление. Но это, кстати, даже уже по темпам трудно назвать ползучим наступлением. Это частичный успех, скажем так, у врага на отдельных участках Покровского оперативного направления. А мы максимально стараемся вытормаживать рашистские войска на этих участках и наносить максимальный урон в технике и особенно в личном составе. Далее идет Кураховское направление, которое тоже стало практически с переделом территории или с переносом линии разграничения между оперативными направлениями, оно стало более активным на сегодняшний день. 49 атак. Практически они сравнялись с Покровским направлением. И Цукуринова атаки в основном на участках в направлении Цукуринова, Желаемого Первого, Горняка, Екатериновки, Георгиевки и Константиновки. Противник активно применял штурмовую бомбардировочную авиацию, работала артиллерия противника, но несмотря на все усилия, на 49 атак, нашим войскам удалось в эти сутки удержать все свои позиции. И линия фронта на Кураховском направлении за прошедшие сутки изменений не претерпела. Ну, кстати, даже Deep State на сегодняшний день уточнил немножко линию фронта, особенно в районе Желаемого Первого. Там вчера они практически весь населенный пункт Заштрихово перенесли в красную зону и сказали, что он, ну, констатировали мы, что он практически перешел под контроль российских войск, но оказывается нет. Большая часть населенного пункта Желаемое Первое находится в серой зоне, то есть там идут активные бои. Да, вражеские штурмовые группы доходят до окраин Желаемого Второго и пытаются там вступить с нами в бой или закрепиться, но пока что мы им этого не даем. Поэтому здесь, во-первых, остается коридор 3, по-моему, километра между водохранилищем и Желаемым Вторым, вот, для обеспечения наших войск в этом кармане на Невельском, как я его называю, плацдарме. И, кстати, по некоторой информации, большая часть войск оттуда уже вышла и продолжает дальше выходить, отходя с боями, изматывая максимально противника. Так что на Кураховском направлении ситуация под полным контролем, но в прошедшие сутки потерь на позиции с нашей стороны не допущено. Линия фронта не движется ни в одну сторону. Времовское направление. Тут противник 6 атак осуществил на нашей позиции. Атаковал недалеко от Угледара и в районе Новоукраинки. Ну, здесь, как я уже и говорил, мы застопорили продвижение врага, застолбили его. И, в принципе, он продолжает биться о нашей позиции, не добиваясь никакого успеха. Линия фронта на Времовском оперативном направлении без изменений. На Гуляй-Польском направлении, чего давно не было, мы его даже практически несколько недель не упоминали в сводках или упоминали так, что там ситуация без изменений, тут вдруг противник решил активизироваться и провел два штурма наших позиций. Оба штурма оказались неуспешными, и враг, понеся потери, отступил на исходные рубежи. Оба штурма в районе Гуляй-Поля, там же они и осуществлялись, то есть
В самом центре оперативного направления враг попытался прощупать нашу оборону. Оборона оказалась довольно прочная. И для врага она закончилась, эти штурмы два закончились довольно печально. Так что на Гуляй-Польском направлении оперативном линия фронта тоже остается без изменений. На Ореховском направлении тут враг вдруг активизировался. 8 штурмов наших позиций было предпринято за прошедшие сутки. Но в основном все столкновения происходили недалеко от Малой Токмачки, в районе Новоданиловки, Новоандреевки и в районе Щербаков. То есть, видите, географию вражеские войска немножко расширили на Ореховском оперативном направлении, но успеха и добиться им не удалось. Ни одна из атак не увенчалась успехом. Наоборот, понеся потери, противник отошел на исходные рубежи. Линия фронта на Ореховском направлении остается без изменений. Приднепровское направление. Тут 4 попытки врага были захватить наши позиции на островах или на плацдармах на левом берегу. Но в потерь позиций с нашей стороны не допущено. Ни одна из атак или ни один из штурмов рашистских войск наших позиций не увенчался успехом. Мы удержали все позиции и отбили штурмы врага, нанеся ему определенные потери. Так что на Приднепровском направлении здесь изменений в ситуации и в линии боевого соприкосновения за прошедшие сутки нету. В общем, видите, фронт более-менее неподвижен. Да, есть отдельные моменты, где враг все-таки продолжает давить и продавливать нашу оборону, но в общем фронт более-менее стабилен и более-менее статичен. Далее у нас идут 2 небоевых направления. Это Волынское и Полесское. Тут признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Ситуация находится под контролем сил обороны Украины. Но опять же посыпались политические заявления. Что-то у Лукашенко самопровозглашенного не ладится. Видимо, очень плохие дела его. Потому что, судя, вот обратите внимание на его лицо, он переляканный. Он с перекошенным лицом, если использовать российский язык. Вот. Он опять стоит с указкой возле карты, только теперь он указкой водит по приграничным районам Белоруссии, а раньше он водил указкой с радостным лицом, он водил указкой по приграничным районам Украины, по нашим северным районам, и показывал, где, откуда намечались, как он говорил, 4 района, сейчас покажу вам на карте, откуда намечались превентивные удары по территории Белоруссии. Теперь он показывает на карте Белоруссии, показывает, куда могут ударить превентивные, опять же, удары со стороны, оказывается, Украины. Или западных наемников, они там с нелегитимным Путиным, они попутали уже все, в кашу все смешали, и наемников натовских они все время ищут в наших рядах. Вот. И все боятся, что НАТО начнет воевать против них. Так вот, Лукашенко с перепуганным лицом говорит о том, что если будет удар по территории Белоруссии, это станет началом Третьей мировой войны. Так вот, я скажу, что Лукашенко отстал, или новостей не читает, или очень сильно отстал. Видимо, самопровозглашенность предусматривает ограниченность в информировании. Глобально Третья мировая война идет уже давным-давно. Ее горячая фаза происходит на территории нашей страны. Вот. Потому что так или иначе в эту войну вовлечено огромное количество государств практически по всему земному шару. До Южной Америки, до Австралии включительно. Вот. Поэтому опоздал не самопровозглашенный Лукашенко с такими выводами. Не надо никого пугать. Это начало Третьей мировой войны. Она уже давно идет. Но на Беларусь, слава богу, никто, кроме Путина, кстати, никто на Беларусь не нападает. Путин, да, периодически шахеды залетают в белорусское воздушное пространство, иногда падают, иногда взрываются. Ну, правда, иногда Белоруссия начинает активные боевые действия против Российской Федерации и сбивает своей авиацией, сбивает российские дроны над своей территорией. Вот там, вот оттуда белорусам стоит ждать большой неприятности, быть готовым к ее отражению. А так, вступление или не вступление
точнее, а больше никто, страны Балтии, Польша, Украина не собирается атаковать Беларусь, не, если там, оттуда, точнее, не прилетит ракета или что-нибудь еще по нашей территории. То есть мы будем открывать только ответный огонь. Далее у нас идет граница Черниговской и Сумской областей. Здесь ситуация остается тяжелой, но без существенных изменений. То есть продолжаются обстрелы авиации и артиллерии со стороны российской территории, нашей территории, населенных пунктов, инфраструктуры и других объектов. Ну а в общем ДРГ противника сейчас менее активны. Мы ведем контрдиверсионную деятельность с целью недопущения проникновения этих групп на нашу территорию. Она приносит свои плоды. Поэтому здесь изменений в обстановке нет, но она остается довольно тяжелой. Продолжается операция в Курской области. Там она, опять же, операция скоротечная. Ситуация меняется довольно часто. Сейчас ситуация развивается в нашу пользу. Мы продолжаем по двум направлениям рассекать группировку российских войск, которая находится в оперативном окружении между речкой Сейм и нашей государственной границей. Кстати, в районе Коренева там наши войска остались или восстановили свое присутствие на берегу речки Сейм, и, соответственно, никакого коридора к окруженным войскам на сегодняшний день нету, и, скорее всего, и не было. Сообщения разные, противоречивые, поэтому обстановка может меняться, и они могут просто опаздывать по времени из-за быстрого изменения обстановки. Так что нет, никто не разблокировал, никакого сухопутного коридора с окруженными войсками в районе Глушкова не было, и, соответственно, враг не получал по сухопутию, не получал никакой поддержки. Наоборот, мы идем на Кульбакина, пытаясь рассечь группировку от нового времени населенного пункта, и бои уже идут в направлении Глушкова от населенного пункта Веселое. Как будет меняться обстановка? Ну, будут данные, будем обсуждать. Пока изменений на карте нет никаких. Есть только обрывки информации. И сейчас ситуация развивается опять же в нашу пользу. Два района объявлена принудительная эвакуация российскими войсками, прилегающие к Рыльску и к речке Сейм, севернее, туда в сторону Белоруссии, в двух районах российское руководство местное объявило принудительную эвакуацию. Плюс из Рыльска, Льгова, Курчатова и Курска предложено эвакуироваться пока в добровольном порядке. Ну и поступает информация, пока тоже неподтвержденное, что эвакуируется персонал атомной станции, Курской атомной станции. Там оставляют минимум персонала, а российские войска усиленно, инженерные подразделения усиленно роют систему обороны вокруг города Курчатова. Ну там не столько города Курчатова, сколько вокруг атомной станции. Хотя мы никогда не ставили такой целью ее захвата или взятия под контроль. Зачем нам ее брать под контроль, если можно погасить подстанции, и они сами будут вынуждены остановить реакторы и выключить эту станцию из своей энергосистемы. Так что тут абсолютно никаких проблем с атомной энергетикой, никто не хочет связываться, никто не собирается. Мы не террористы, как расисты, которые, захватив Запорожскую станцию, превратили ее, во-первых, в склад боеприпасов на сегодняшний день, в место хранения техники военной, в том числе и боевой техники они там хранят, ну и шантажируют весь мир тем, что они что-то сделают с этой станцией, что-то нехорошее. Мы, да, на такое уподобляться не будем и не собираемся. По огневым задачам, которые выполнялись прошедшие сутки, авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны Украины вчера нанесли 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Поразили один район огневых позиций артиллерии вражеской, причем это был район огневых позиций реактивных систем и залпового огня, 3 пункта управления войсками различного уровня и полевой склад
боеприпасов оккупанта. Это был найден нашей разведкой, и мы туда бабахнули. В общей сложности за прошедшие сутки потери рашистских захватчиков на всей линии фронта составили в личном составе 1130 оккупантов, выведено из строя и уничтожено. Также наши воины обезвредили и вывели из строя в технике врага в танках 6 единиц, в боевых бронированных машинах 3 единицы, в артиллерийских системах 25 единиц, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 25 единиц, в автомобильной технике 45 единиц и специальной технике 18 единиц. Вот такие потери суммарно понес враг на всей линии фронта от Белгорода до Олешек. И в общем такая сложилась военная обстановка на всех оперативных направлениях на материковой части нашей страны. Ну а на оперативно-стратегическом направлении Российская Федерация, там как чудны дела твои, Господи. Так можно, наверное, выразиться. Итак, ночь для рашистов тоже прошла неспокойно. Ну, мы переносим главное правило войны. В первую очередь переносить войну на территорию врага. Враг должен на себе испытать все тяготы и лишения этой войны. И в эту игру играют, как выясняется, вдвоем. Так вот, в Ярославле горят склады с горюче-смазочными материалами. Очень сильный пожар. 6 сотрудников МЧС уже пострадали во время тушения, попытки тушения пожара. Дым видно за несколько километров под Ярославлем. Ну, я так предполагаю, очередная база хранения нефтепродуктов. Вполне возможно, что база резерва. Ближе к вечеру, я так понимаю, мы получим уже более подробную информацию. И наши спецслужбы скажут, кто берет на себя ответственность, чьи. Скорее всего, дроны прилетели, хотя я не исключаю работу партизанского движения на территории Российской Федерации. Кстати, оно в последнее время начало активизироваться. Мало того, что они дают координаты и наводят, показывают, куда бить нашим дронам, но они еще и проводят диверсионную деятельность в плане там, подрыва рельс, подрыва с целью поджога вот таких баз хранения нефтепродуктов или нефтеперегонных заводов. То есть активно борются с путинским режимом и борются против путинской диктатуры в Российской Федерации. Ну и хочу вам рассказать о сегодняшнем еще одном ударе, который состоялся в Тверской области. Тут оно требует, это требует отдельного как бы, освещения. Почему? Потому что недавно был введен в строй арсенал главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации. Причем на этот арсенал потратили огромное количество денег, и он был построен по, как заявляет компания-подрядчик, был построен по последнему слову инженерии в плане безопасности хранения боеприпасов. Там бункеры, бетонные бункеры, которые должны были обеспечивать их безопасность. Он очень большой, этот склад, я вам показываю, вот можете посмотреть. Но в связи с войной пошла переброска, либо бетон оказался непрочным, либо, опять же, рашистская халатность должностных лиц, плюс война. Надо было срочно перебрасывать боеприпасы, из-за Урала тянули, где складировать? На складах ГРАО центрального подчинения. Вот их начали складировали под открытым небом, и фактически арсенал был заполнен почти полностью. 30, по некоторым оценкам, около 30 тысяч тонн боеприпасов находилось на этом складе. Ну, для понимания, это порядка 10 эшелонов. А воинский эшелон — это 54 условных вагона. Вот представьте, какой объем боеприпасов находился на этом складе. Что надо отметить, что характерно, что эту операцию провела Служба безопасности Украины совместно с, как они пишут, побратимами сил обороны Украины. Но дроны были СБУ, и СБУ нанесло массированный удар по этому складу.
по этой воинской части. Причем он очень примечательный еще тем, что там не просто боеприпасы хранились. На этот арсенал хранил в основном ракеты. Там были ракеты с комплексов «Искандер-М», там были ракеты комплексов «Точка-У» и там были «КАБы». Корректируемые авиабомбы, ну точнее фугасные ФАБы, фугасные бомбы, на которые потом устанавливались вот этот УМПК, универсальный модуль планирования и коррекции, как он так называется, если его расшифровывать. Вот. И вот это все было накрыто ударом дронов. Причем, насколько я понимаю, с точки зрения военной, распределение точек прицеливания дронов было проведено просто ювелирно и очень тщательно, потому что дроны накрыли всю территорию арсенала. И фактически подрыв боекомплекта, повторная детонация, началась одновременно на всей территории этого арсенала. То есть шансов там тушить его даже не было, или спасти какую-то часть даже не было никакой. А первая детонация произошла, видимо, попали в штабель ракет, потому что взрыв был такой силы, что местные жители говорят, что было колебание грунта, и уже там сейсмодатчики зафиксировали колебание грунта по шкале Рихтера на 2,8 балла. Кстати, потом же местные паблики писали и местные средства массовой информации, что было еще 6 толчков где-то силой от 1,5 до 2 баллов. Это говорит о том, что рвались штабели с ракетами. Ну, чтобы вы понимали, в одной ракете «Искандер» около полутонны взрывчатки. В ракете «Точка-У» где-то 250 до 300 килограмм взрывчатки, тротила. Если там был штабель с ракетами, представляете, какой детонацией, во время детонации, какой мощности был взрыв. Так что дроны СБУ, Главного управления разведки и сил специальной операции, в прямом смысле стерли с лица земли большой склад Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации. Находился этот склад в населенном пункте Торопец Тверской области. В основном там хранились ракеты, КАБы. Кстати, после прилетов, вот когда началась мощная детонация, она продолжается и сейчас. Сразу скажу, ну, судя по оценкам, видите, для расистов это оказывается в новинку. Это мы все специалисты, у нас 5 арсеналов сгорело в период между двумя активными фазами этой войны. Первой фазой в 2014-2015 году и второй фазой, начиная с 2022 года по сегодняшний день. Вот. Мы знаем, что такой склад будет гореть, пока не выгорит полностью. Там остановки быть не может. Кстати, если вы погуглите, я уже не стал искать снимок, предоставленный НАСА, очагов пожаров, то и сопоставите очаги пожаров, зафиксированные спутником, и схемой самого этого склада, то вы увидите, что полное совпадение. Склад горит полностью. То я думаю, что вряд ли там бункеры выдержат при такой интенсивной детонации. Кстати, местные власти объявили уже эвакуацию прилегающих населенных пунктов, в том числе и эвакуацию вот этого населенного пункта Торопец. Там в городе практически не осталось целых окон, стекол, такова мощная сила детонации. И вот пишут, что хлопок пылает на участке, ну, бавовна, мы говорим бавовна, они переводят, рашистские СМИ переводят это как хлопок, но они используют обычный переводчик и не понимают смысла, что вот слово хлопок и бавовна, но это пример, это да, перевод правильный, но мы его используем немножко в другом контексте. Так вот, бавовна пылает на участке шириной в 6 километров, то есть весь склад горит от начала до конца, от правого края до левого края. Ну и СБУ вместе с, как я и говорил, побратимами из сил обороны Украины продолжает методично уменьшать ракетный потенциал врага, которым тот уничтожает наши украинские города. Работаем дальше, чтобы организовать подобную картину на других военных объектах Российской Федерации, работающих на войну против Украины. Об этом
сообщает Служба безопасности Украины. Ну, видите, надо отдать должное. Василий Малюк переключился. Санкции Малюка переключились с нефтеперегонных заводов на арсеналы. Я об этом давно говорил, что надо уничтожать. Кстати, и в Воронежской области арсенал, который сгорел, и здесь арсенал, который горит, по некоторым данным, по некоторым источникам, там накапливались корейские ракеты КН-23, которые идут на замену ракетам «Искандер», или в дополнение к ракетам «Искандер». Не на замену, а в дополнение к ракетам «Искандер». Так что все, что там передавала Корея, и то, что успели довести до этого склада, оно тоже сейчас взлетает на воздух. Вот такая работа СБУ под руководством Василия Малюка. Санкции Малюка в действии. Ну а теперь два слова скажем о военно-политической обстановке, которая происходит в нашей стране и вокруг нее. И очень интересный эпизод, который тоже хотелось бы осветить, потому что это уникальная операция, она, мне кажется, войдет в историю лучших операций 21 века. Это операция, которую провел Моссад в Ливане. И что они сделали? Они подорвали пейджеры, которые использовались Хизбаллой, руководством Хизбаллы для управления этой организацией. И тут надо отметить, в чем уникальность операции. Уникальность операции состоит в том, что они же на стороне эти пейджеры не покупали. Это была целевая закупка, централизована, и эти пейджеры раздавались только своим людям. Заметьте, ни один человек, не причастный к Хизбалле, не пострадал от этих пейджеров. То есть они взорвались в кармане у того, кто имел отношение к Хизбалле. А это все высшее руководство. Во-первых, эту паутину вскрыли. То есть все, кто был убит, получил ранения различной степени, и вокруг кого произошел взрыв, кто успел там как-то избежать по какой-то чудо причине избежать ранения и смерти, но они все вскрылись. Мы теперь знаем, точно знаем все руководство системы террористической организации Хизбалла. А самое главное, это была тайность системы управления. Никто не мог понять, где они, как они, сколько их. Теперь их всех видно. Кстати, число жертв возросло до 2120 человек. Об этом сообщают местные средства массовой информации. Ранения получили также высокопоставленные должностные лица. Даже посол Ирана в Ливане получил ранение. Он тоже, оказывается, причастен к управлению террористической организацией Хизбалла. Вот они, они говорили, что они типа здесь ни при чем. И что теперь? Теперь все понятно, где эта организация, сколько находится в системе и какова система. Теперь по личностям этих людей будет составлена структура управления Хизбаллы. Вот. Но тут имеется продолжение теперь. И дальше можно арестовывать этих людей, ликвидировать, арестовывать. Но я думаю, Моссад на этом не остановится, поэтому все, кого засветили, считайте, что эти люди получили черную метку. Уникальность операции состоит в том, что блоки или аккумуляторы питания этих пейджеров было заложено легко воспламеняющее или взрывчатое вещество, скажем так. Оно было добавлено в аккумуляторы этих пейджеров. И в какой-то определенный момент, когда была получена информация о том, что все пейджеры из партии закуплены, розданы сотрудникам Хизбаллы, хакеры через интернет вызвали перегрузку самого пейджера и перегрузку аккумулятора, что привело к его резкому нагреванию, возрастанию температуры, и это привело к взрыву самого пейджера, самого аккумулятора пейджера, который вызвал вот такие последствия для участников вот этой террористической организации Хизбалла. Теперь, каковы же последствия? Последствия, значит, Ливан, так как там эта Хизбалла, она вплетена в политическую систему Ливана на сегодняшний день довольно сильно. Так вот, Ливан, естественно, чьи пейджеры? Тайваньская компания и Ливан Gold Apollo компания в Тайване, которая придумала
и разработала эти пейджеры. Естественно, им предъявили претензии, сказали, что ваши пейджеры вот такие вот небезопасные. На что? Самое главное, на что? Тайваньская компания Gold Apollo ответила, что они не производили эти пейджеры. И большой привет Виктору Орбану. Дело в том, что Gold Apollo продала лицензию на производство этих пейджеров венгерской компании BAC Consulting KFT. Именно она выпустила эту партию пейджеров, это пейджеры одной партии, все пейджеры. И эта партия пейджеров, которую выпустила венгерская компания, она оказалась у руководства Хезболлы. То есть они централизованно закупали эту партию в Венгрии. И теперь Венгрия несет полностью ответственность, венгерская компания BIC Consulting KFT несет полную ответственность за то, что эти пейджеры взорвались. Так что, видимо, Виктор Орбан теперь, не знаю, как он будет оправдываться в результате такой ситуации. Вот. Ну и, соответственно, теперь... Так самое интересное, что модель этих пейджеров IP924, она около 500 тысяч, и было, точнее около 5000 единиц их было выпущено, вот, и они все эти 5000 уехали в Ливан. В Европе эти пейджеры не распространялись. Вот такая вот картина на сегодняшний день вырисовывается вокруг этой ситуации. А вообще, вот уже поступает последняя информация, что 3000, не 2, а около 3000 человек получили ранения различной степени, были убиты, получили ранения различной степени тяжести, вот именно с этими пейджерами. Я даже не сомневаюсь в их причастности к такой террористической организации, как Хезболла. Далее, Армения полностью заморозила свое участие в такой организации, как ОДКБ, потому что эта структура создала угрозы суверенитету республики. Об этом заявил Никола Пашинян. По его словам, Армения близка к точке невозврата в отношениях с ОДКБ. Еще один бывший партнер России все дальше удаляется от русского мира и стремится дружить с Западом. Ну, конечно же, у Армении есть свои претензии, потому что Российская Федерация продавала вооружение Азербайджану и, в принципе, можно сказать, что не ударила палец о палец даже в рамках того же ОДКБ или даже в рамках партнерских отношений, чтобы помочь Армении как-то пройти эту войну. Россия просто самоустранилась от участия в этой военной кампании. Ну и, соответственно, Армения проиграла, с треском проиграла эту 44-дневную войну. Азербайджан восстановил свою законную территорию, вернул свои границы 91 года, и Армении сейчас ничего не остается, как идти на подписание мирного договора. Ну, правда, еще пока не решен вопрос с Занзигурским коридором, посмотрим, как он будет решаться. Но в любом случае, Армения четко показала, что эта организация мертвая, нерабочая, что это была просто игрушка Российской Федерации для того, чтобы попытаться попугать Запад. Ну, как и многие российские проекты. Далее, МВФ. После такой сумасшедшей критики, после открытого письма 9 стран Европы в плане того, что это будет противоречить принципам международного права, МВФ решил не возобновлять работу миссии в Российской Федерации. Международный валютный фонд отложил возобновление консультаций с правительством Российской Федерации после обращения европейских стран, которые заявили, что сотрудничество с агрессором даст козыри в руки кремлевской пропаганде. Исполнительный директор фонда от России Алексей Можин сообщил, что руководство фонда уведомило российскую сторону и совет директоров о том, что работа миссии будет отложена на неопределенный срок. В качестве причины откладывания миссии упоминалась техническая неготовность миссии к проведению консультаций. Ну, причина не важна. Важно то, что Российская Федерация гарантированно не получит ни кредитов, ни длинных, ни коротких, никаких вообще, от слова совсем.
И это очень хорошо. Так что загибаться российская экономика будет сугубо самостоятельно в гордом одиночестве. Далее, обострение между НАТО и Кремлем. Альянс поставил задачу Эстонии готовиться к потенциальному вооруженному конфликту с Российской Федерацией. Начальник Генштаба сил обороны республики заявил об этом. Но тут понятно, Эстония, она на передовом рубеже НАТО находится, у нее прямая граница с Российской Федерацией. И понятно, что они туда зашли войска. Кстати, в Эстонии, по-моему, американские войска стоят, а в Литве стоят немецкие войска. И там бригада. Был батальон танковый, сейчас ее разворачивают до бригады, и Литва предлагает еще дивизию поставить. Эстония аналогично готова размещать иностранные натовские войска, потому что прекрасно понимают, что с их армией сдержать вот ту навалу, помните, да, 24 февраля 22 года, какие колонны в 60 километров, 30-60 километров длиной входили на нашу территорию, а наше все небо было заполнено российской авиацией и российскими ракетами. Я помню это утро, грохот стоял неимоверный, вокруг нас все рвалось, сверху летали самолеты, понятно, что не наши, вот, фактически Киев бомбили. Практически напрямую ракеты в жилые дома попадали и в другие объекты попадали ракеты. Поэтому у Эстонии шансов устоять самостоятельно нет никаких. Поэтому они готовятся к войне, они оборудуют линии обороны, они расставляют зубы дракона, ежи, колючую проволоку и все-все-все остальное готовят. Но при этом они уповают, конечно же, на войска НАТО. Это главный зонтик, который может обеспечить безопасность Эстонии только в составе НАТО. О чем мы, кстати, тоже мечтаем. И вот следующая новость о том, что президент Зеленский надеется встретиться с Джо Байденом на полях саммита Генеральной Ассамблеи ООН в Вашингтоне. Ну и, соответственно, там он собирается представить ему мирный план, который, как он говорит, готов на 90%. К сожалению, план секретный, не хотят обнародовать ни президент, ни его окружение, не хотят обнародовать план. Я так понимаю, там мало чего приятного будет для нас, украинцев, ну, потому что зачем так прятать от народа, если там все так хорошо и красиво прописано. Ну вот этот план собирается передать наш президент всем кандидатам на пост президента Соединенных Штатов, это Камала Харрис, это Дональд Трамп и действующему президенту Джо Байдену. А также надеяться, ну это если встреча, тут в принципе встреча состоится или не состоится, неважно, но план он будет передавать все равно. Я почему так говорю насчет встречи, потому что есть разная информация. Сначала сказали, что она готовится, эта встреча, потом Белый дом ответил, что встречи не будет. И пока другой информации не поступало. Но в любом случае президент надеется, Зеленский надеется встретиться с Джо Байденом, и в том числе, кроме передачи вот этого совсекретного плана, мирного плана по урегулированию войны России против Украины, надеется также, что от Соединенных Штатов Америки, в частности от Джо Байдена, мы услышим до конца его каденции, до выборов в президента Соединенных Штатов, мы услышим приглашение Украины в НАТО. Точнее, даже не до выборов, а до того, как Джо Байден покинет Белый дом. А Белый дом действующий президент покидает в момент инаугурации нового президента. Это последнее воскресенье января. Так что у нас есть еще вот несколько месяцев для того, чтобы надежда наша о приглашении Украины в НАТО стала реальностью. Об этом написала французская газета «Le Monde». Далее, Норвегия. Очень интересный момент. Норвегия опять зафиксировала скачок радиации на границе с Российской Федерацией. Об этом сообщает норвежское издание. По их данным обнаружены следы цезия 137 и урана 235, которые могут возникнуть во время запуска или обслуживания ядерного реактора или при обращении с отработанным ядерным топливом. Уровни выше нормы, но пока не представляют опасности для людей или окружающей среды. Ну, я, кстати, могу, и норвежские же, и некоторые средства массовой информации говорят, что это могли быть последствия либо действительно работы реакторов,
реакторов подводных лодок. Из кораблей там в Российской Федерации один Петр Великий, но он, по-моему, сейчас стоит, насколько я помню, он стоит на приколе и никуда не двигается. У него очередной ремонт. Вот. А больше надводных кораблей с атомными реакторами нет. Кузя, если сразу там напишите в комментариях, что адмирал Кузнецов, то нет. Кузя – это пароход, чтобы вы понимали. 8 паровых котлов. У него ходовая машина основана на 8 паровых котлах. 4 грибных винта и так далее. А Петр Великий, да, действительно атомный крейсер, и у него стоит реактор. Так вот, они предполагают, что это мог быть выброс радиации с какого-то из реакторов, либо подводных лодок, которых там основная база подводных ракетоносцев, атомных ракетоносцев. Вот. Либо, как предполагают некоторые источники, помните проект «Буревестник»? Это ракета с ядерным двигателем, которую пугает Российская Федерация, весь мир пугает. Но ее и там проводились на побережье этого Кольского полуострова проводились испытания этой ракеты. Пытались ее запускать на барже, в море пытались запускать. Но, как всегда в Российской Федерации, что-то пошло не так, в результате ракета взорвалась, никуда не улетела, взорвалась. Это, можно сказать, был такой мини-мини ядерный взрыв. Очень много ученых и участников этого эксперимента погибли или получили огромные дозы облучения. Баржу эту кинули, потом шторма ее выбросила на берег, в районе Архангельска, по-моему, если я не ошибаюсь, писали тогда. Вот. И, соответственно, какие-то куски с радиоактивными веществами могут либо выбрасываться штормом, либо распространяться ветром или там, допустим, проржавел кусочек корпуса и пошла утечка радиации, которая попала в воздушное пространство. Вот так норвежцы могут, это не первый случай, когда норвежцы фиксируют повышение радиации. Кстати, они про буревестник они вспомнили тоже. Россия недавно тоже про него вспоминала в контексте запугивания Запада, обещали, что этот буревестник там завтра начнет бороздить просторы, большие космические корабли бороздят просторы Большого театра. Но ни космических кораблей, ни просторов Большого театра Российская Федерация предоставить пока что не может. Не летает их ядерный двигатель на буревестнике, взрывается. Кстати, больше с того момента других, это было лет 5 назад, больше с того момента других испытаний этого буревестника никто не производил. Видимо, ввиду того, что группа ученых, которая вела основные разработки, погибла вместе с этим проектом, который взорвался. Точнее, с его ракетой. Ну и вишенка на торте, или точнее, можно сегодняшнего дня новость, это то, что Путин заявил о том, что ядерный полигон надо привести в полную боевую готовность для проведения ядерных взрывов. А речь идет о земле, северной земле Франца Иосифа. Там находится ядерный полигон, на котором Советский Союз его сделал, произвел более 200 ядерных испытаний. И самое знаменательное из них, это было в 1961 году, там была взорвана самая мощная в мире водородная бомба. После испытания которой было принято решение больше водородной бомбы на планете Земля не подрывать. Так как последствия, никто не может сказать конечную мощность этой бомбы, рассчитать точно, и никто не может сказать, где становится цепная реакция ядерного взрыва. Это ядерного взрыва водородной бомбы. И с тех пор никто ее не взрывал. Вот. Так что, видите, очередная пугалка. Ну, помните, депутаты говорили, ну да, надо внимательно слушать российских депутатов между строк. Они говорили, что надо где-то рвануть атомную бомбу, чтобы весь мир содрогнулся и начал наполнять свой памперс. Вот. Поэтому вот окружение Путина и говорит, что давайте приведем полигон в боевую готовность и нарушим международный мораторий. Очень хочу посмотреть, как Российская Федерация попытается нарушить, сразу говорю, только попытается нарушить мораторий на производство ядерных взрывов, это будет смертный приговор самой Российской Федерации, на мой взгляд. Потому что западная, никто в мире сегодня не готов распечатать этот ящик Пандоры с ядерным вооружением. Ну, посмотрим. А логичное поведение Путина и всей Российской империи
иногда приводит к таким довольно тяжелым или непредсказуемым, я бы сказал, последствиям. Кстати, в слове «тяжелый» я имел в виду именно Российскую Федерацию. Для Российской Федерации это будет тяжелое, крайне тяжелое последствие. Ну что ж, вот такой получился сегодня выпуск. Я благодарю вас за ваше внимание, ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Как всегда напоминаю и приглашаю подписаться на мой канал те, кто еще не подписан. А те, кто смотрит это видео, просьба поставить ему лайк. Тогда его смогут увидеть большее количество людей. Также напоминаю, что юридическая компания «Консультант» ждет обращения военнослужащих и членов их семей для оказания юридической помощи в решении проблемных вопросов прохождения службы самими военнослужащими, а также финансовых выплат, причем и военнослужащим, и членам их семей. Для того, чтобы перейти на сайт компании, необходимо воспользоваться ссылкой в описании к этому видео. При этом вы получаете бесплатную консультацию. Но для этого вам надо установить мобильное приложение на свой смартфон. И вы на прямой связи с юридической компанией. От себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Огромное вам за это человеческое спасибо. Ну а мы с вами продолжаем верить в силы обороны Украины. Перемога наша, слава Украине!